Спустя полтора месяца прошло с того момента, как я записывал прошлое видео про Биогумус, ничего не изменилось, никаких добавок нанесено не было. Вот такой подсолнух у нас тут вымахал. Вряд ли он дорастет, конечно, до конца. Уральская осень ему это не позволит сделать. Здесь, собственно говоря, такой же неплохой результат. Все то же самое.